мужской, краваш, переводится как плетка или хлыст. Этот аромат был создан в 2007 году для мужчин, которые способны защитить свою женщину и наградить ее своей любовью и защитой, то есть для истинного рыцаря. Классический фужер, то есть тут и присутствие шалфея, и лаванды, то есть вот папоротниковое семейство. Основные ноты – это мандарин, лимон, лаванда, шалфей, пачули, мускатный орех и ветивер. Очень красивый аромат, немного мужской грани, его любят. У него есть, помимо афташейпа, то есть аромат еще есть лосьон после бритья, но есть такой уникальный гель 300 мл. Его мужчины обожают и разбирают. Это гель для бритья и для душа, два в одном. То есть очень удобно в дорогу. Вот. И побриться, и помыться, как говорится. Вот. И плюс парфюмная основа, и плюс шикарное качество. Поэтому вот такая у Кроваш есть еще приятная банная линия. Для подарка можете предлагать, на мужской коже великолепно. Кто любит фужерные чистые вот звучания, чистоты, ни востока, ни, там, ни тяжеловесной древесины, а вот что-то такое напоминающее. Вот фужер напоминает, звучание напоминает где-то пену для бритья дорогую, вот какой-то хороший одеколон, выглаженную рубашку вот, после мороза. Вот, вот эти звучания свежести, в то же время плотная мужская грань. Вот очень ценится, пользуется спросом. Очень стойкий.